Пришло время великих женщин. На этой неделе мы составляем хит-парад венценосных особ. Постараемся рассудить, кто же оставил самый заметный след в далеком и близком прошлом. Итак, среди номинантов. Женщина-фараон Хатшепсут. Легендарная правительница Аравийского царства Сабеи, царица Савская. Последняя царица Египта из династии Птолемеев Клеопатра. Великая княгиня Киевская Ольга. Грузинская царица Тамара. Российская императрица из династии Романовых Анна Иоанновна. Последняя из династии Тюдоров английская королева Елизавета I. Российская императрица Екатерина II Великая. Эрцгерцогиня Австрийская, королева Венгрии и Богемии, императрица Священной Римской империи Мария Терезия. Китайская императрица Цыси. Оценивать величие правительниц по 10-бальной шкале и размещать их в линейке хит-парада будут наши эксперты. А настоящие знатоки истории выскажут свою точку зрения на женское правление. Первыми в борьбу вступают египетская женщина-фараон Хатшепсут и царица Савская. К 15 годам Хатшепсут, единственная дочь фараона Тутмоса I, расцвела. Большие ясные глаза самой богатой невесты страны могли пленить любого. Но девушку в интересах государства выдали замуж за ее единокровного брата Тутмоса II, сына фараона и наложницы. Это сейчас такие браки запрещены, потому что это ведет к вырождению. А в Древнем Египте считалось, что если брат женится на сестре, то священная кровь фараонов, наследников бога Ра, останется чистой. Жена своего брата Хатшепсут всегда скромно держалась позади мужа. Да, фараон, я. Родила дочь, но вскоре Тутмос I отправился в царство мертвых. А Тутмос II оказался никудышным правителем, к тому же очень болезненным. Он все больше времени проводил в своих покоях, а мудрая Хатшепсут решала государственные вопросы. Когда жрецы поняли то, что Тутмос II находится на грани смерти, они испугались то, что его престол займет его честолюбивая жена. А так как в то время женщины были неугодны Богу, этого допустить они не могли. И они посоветовали обратиться ему к оракулу бога Амона, чтобы тот подсказал ему, кого выбрать на свое место, на свой престол. Умирающий фараон отправился на церемонию в Карнакский храм. Его сопровождали Хатшепсут и толпа сановников. Их ждали жрецы со своими учениками, среди которых был 6-летний мальчик, которого тоже звали Тутмос. Он был сыном Тутмоса II и его младшей жены Исет. Настала важнейшая минута. На носилках внесли оракул, за ним с торжественным пением шли жрецы. Внезапно они остановились и направились к юному Тутмосу. Склонились перед ним. Выбор был сделан. Хатшепсут стала правительницей-регентом, опекавшей будущего фараона. Она, как и при муже, продолжала править. Поддерживая строительство храмов, она все-таки перетянула жрецов на свою сторону. Ее удостоили титула «Жены Бога». И 9-летнего Тутмоса III лишили титула фараона. Во время религиозной церемонии Хатшепсут объявила фараоном себя, взяв мужское имя Маткар. Такого шага никто не ожидал. Так женщина обвела всех вокруг пальца. Новому фараону досталось непростое наследство. Египет, войско которого в последнее время занималось только нападками на другие страны, стало огромным государством с большой казной. В то же время крестьянские наделы очень сильно упали, так как выгоднее всего было воевать. Но не могли же люди питаться золотом, и поэтому новый фараон решил улучшать сельское хозяйство. Хатшепсут раздала земли крестьянам, на деньги казны восстановила разрушенные водные каналы, чтобы вновь ожили засохшие поля. Через несколько лет продовольствие стало в изобилии. Вот только казна была опустошена на 2/3. Чтобы казна не опустошалась, она стала меньше денег расходовать на армию. Наступило то время, когда Хатшепсут могли просто-напросто убить. Мудрая правительница, чтобы отвлечь внимание военачальника, предложила совершить экспедицию в сказочную страну Пунт. Вперед на поезд!
О богатствах Пунта ходили легенды. 5 огромных кораблей с несколькими тысячами воинов отправились в плавание во главе с фараоном Маткарой. Им удалось найти сказочную страну. Египтян встретили как почетных гостей. Тут же начался обмен. Неизвестные туземцам вино, изделия из меди и бронзы египтяне выменивали на тонны золота. Хатшепсут завоевала новые земли без боя. Она вернулась победителем, до отказа заполнив казну. Итак, Хатшепсут попала в наш хит-парад правительниц, потому что стала первой великой женщиной в мировой истории. Сумела умом и волей сломить многовековой запрет особам слабого пола становиться фараонами и подняла мощь египетского государства до невиданных высот. Некоторые ученые считают, что Хатшепсут и наша следующая героиня царица Савская один и тот же человек. Но это очень смелая теория, которая могла родиться лишь потому, что о жизни царицы Савской известно больше мифов и легенд, чем доказанных фактов. В далекой и прекрасной стране золота Афир, столица которой находилась на территории современной Эфиопии, подрастала царская дочь Македа. В перерывах между уроками музыки, философии и дипломатии девочка развлекалась вполне обычным для нее делом. Обыкновенное чудо. Сотворением чудес. Македа умела изготавливать такие прекрасные духи, что все парфюмеры завидовали ей. А еще ей завидовали, потому что она была очень красивая и умная. А все остальные перешептывались у нее за спиной и говорили, что у нее вместо ног копыта. Ноги действительно были слабым местом красавицы Македы. Но скрывала она их вовсе не из-за копыт, как казалось завистникам. Однажды шакал вцепился зубами в нежные детские ножки. Безобразные шрамы остались у нее на всю жизнь. Когда Македа подросла, ее отправили на Аравийский полуостров в Сабею, чтобы она стала там правительницей. Ей тогда было всего лишь 15 лет. На территории современного Йемена и Омана процветало волшебное царство Сабея. Этим миром, заполненным пением птиц и журчанием фонтанов, и прибыла править 15-летняя Македа. Отныне она стала царицей Савской. Царица Савская прознала, что другим процветающим государством правит мудрец, которых еще свет не видел, царь Соломон. Интересно. Конечно, жаждущая знаний женщина не могла пропустить шанс встретиться с Соломоном. Снарядила она богатейший караван. 797 верблюдов, груженных золотом, драгоценными камнями, пряностями и благовониями, сопровождала караван свита из черных карликов и гвардия из светлокожих гигантов. А для плавания по морю было нанято 73 корабля. Полгода шел караван царицы Савской в Иудею. Когда царь Соломон увидел все это великолепие, он обомлел. Но не богатство удивило его, а красота и ум царицы Савской. Он подумал, уж не наваждение ли это нечистой силы? Увидев царицу Савскую, Соломон был потрясен настолько, что решил, что перед ним сатана. И придумал он для гостей проверку. Провел ее в великолепный зал, где пол был стеклянным, а под ним плавали в воде разноцветные диковинные рыбы. Не заметив стекла, царица решила, что ступает в воду, и приподняла подол платья. Соломон вздохнул с облегчением. Копыт не было. Соломон влюбился, как мальчишка. Я подарю тебе звезду. Бурный роман царя Соломона и царицы Савской продолжался полгода. Каждый день они испытывали мудрость друг друга, осыпая собеседника вопросами и загадками. Через полгода царица отправилась в обратный путь и родила сына. Его назвали Менелик. И они с царем Соломоном больше никогда не встречались. А через много-много лет царь Соломон так и не смог забыть эту прекрасную царицу. Сын царицы Савской Менелик, рожденный от царя Соломона, спустя много лет узнал в Соломоне своего родителя. Но жрецы в Иерусалиме отказались признавать право заморского принца на их престол. Это невозможно! Подведем итог. Царица Савская попала в наш хит-парад как правительница, сумевшая поразить своим умом даже великого мудреца царя Соломона.
просвещение она ставила превыше всех земных благ. А теперь мы послушаем мнение экспертов. Напоминаю, они должны выставить великим женщинам свои оценки. Первая женщина и последняя женщина, фараон Хатшепсут, была многими историками оценена не по достоинству, но до сих пор является загадкой цивилизации Древнего Египта. Поэтому я поставила бы ей 7 баллов. Царица Савская совмещала в себе очень много качеств, подходящих любой женщине. И красота, и ум, и мудрость. Она очаровала самого царя Соломона своим таким вот подходом к жизни, к своей философии. Они много спорили друг с другом. Я думаю, что немногие женщины могли бы поспорить с царем Соломоном. Она осмелилась. Я бы дала ей 6 баллов. Любое сравнение в истории, конечно, относительно. Но я дала бы предпочтение Хатшепсут, которая связала свое, пусть юридически, не вполне законное долгое правление со строительством, архитектурой, украшением египетской цивилизации и оставила огромный след цивилизации в целом. А царица Савская как бы прожила домашнюю жизнь, пусть и вполне симпатичную. Условность баллов. Хатшепсут я предлагаю дать 9 баллов, царице Савской 8. Итак, средний балл, выставленный нашими экспертами женщине-фараону Хатшепсут, 8, а царице Савской 7. Поэтому в первый день у нас лидирует женщина-фараон Хатшепсут. Истории наших сегодняшних героинь заканчиваются так. Хатшепсут правила более 20 лет. Эти годы вошли в историю как период стабильности, покоя и процветания египетского царства. Она умерла своей смертью, когда ей было чуть больше 40 лет. А царица Савская правила своей страной без войн и потрясений 40 лет. В этот период Сабея превратилась в процветающее государство, один из центров культуры и торговли. А сын от любви Македы и Соломона Менелик стал основателем династии царей Абиссинии. Завтра мы расскажем вам о Клеопатре и княгине Ольге. Это были истории нарисованных историй. А как было на самом деле, читайте в учебнике.